Бог. Я сказал, я, Коля Тищенко, борюсь полтора года с этими ботофермами. Всех вас я поймаю, уничтожу, я депутат. Свой мандат я готов сдать, и не просто сдать, я готов его съесть, потому что я Коля Оболонский, потому что я котлета, я вонючая котлета. Запомните это раз и навсегда. Всем журналистам я говорю в этом суде. Караван лает, а собака идет, может быть, даже бежит. Поэтому в этой жизни все зависит от меня, от Коли Оболонского. Запомните это и передайте всем. Этот мандат я готов съесть, если все деревья перестанут расти. Ясно вам? За мной. Голосуйте за Колю Оболонского. Голосуйте, у вас лучшая котлета на вашей кухне. Голосуйте за Колю Оболонского, за Николая Тищенко, от которого отказался даже кум Ермак. Пока в Украине есть такие люди, как Коля Оболонский, как Николай Тищенко, Украина будет несчастной страной. Но, слава Богу, Украина не несчастная страна, а счастливая, потому что есть мы, адекватные, нормальные люди. И Коля Оболонского запустили либо для отвлечения внимания, как сказала одна прекрасная девушка, эту светлую мысль, либо потому что Коля Оболонский просто изжил себя, и это просто похороны на его сдаче мандата. Друзья, живите всегда с умом, будьте адекватны. А котлеты мы будем есть только вкусные. А вонючие котлеты, конченые вонючие котлеты на свалку. Колю на свалку. За мной. Вместо Коли буду я. Голосуйте за меня. Самвел Хачатура. 001 номер в бюллетене. Вперед. Солнце наш Бог. Все.